Севастопольских спасателей повысили в званиях. В пятницу 16 августа в Главном управлении МЧС России по Севастополю чествовали сотрудников, получивших новое звание и назначение в порядке продвижения по службе. Официальный приказ зачитали в торжественной обстановке. Согласно документу, майору внутренней службы Александру Балашову присвоено звание «подполковник внутренней службы». Капитан внутренней службы Валентин Пандосиенко удостоился звания майор внутренней службы, а старшему лейтенанту внутренней службы Роману Ефимову присвоили звание капитан внутренней службы. Руководители управления поздравили подопечных с новыми званиями и пожелали сухих рукавов.